Всем привет, ребята, с вами снова Мафик. И как вы видите, у меня здесь большая посылка. Посылка из Курской области от компании Акватик. Там лежит несколько вещей. Вот, и как обычно, каждую вещь я буду рассматривать в отдельном видео. Поэтому давайте откроем посылку и посмотрим на первую вещицу. Ох! Итак, первая вещь, про которую я хочу рассказать, это рыболовная сумка. Рыболовная сумка, в основном она для лодки, конечно, нужна. Вот, вот такая вот сумень, достаточно объемная, хорошая. Давайте посмотрим на сайт производителя и, конечно, посмотрим ее поближе. Вот она, эта сумка, S07 рыболовная. И самый главный параметр, конечно, это объем. Места хватает и для рыболовных снастей, и, что немаловажно, для всей моей аудио-видеоаппаратуры. У сумки жесткий верх и жесткий низ. За счет этого она даже пустая хорошо держит форму. Мы сейчас с вами находимся на сайте производителя компании Акватик. Ссылка будет, естественно, под видео. Мы видим с вами здесь некоторое количество отзывов и даже один обзор. Ну а теперь давайте посмотрим на сумку поближе. Она довольно объемная и позиционируется производителем как сумка для лодки. Такие сумки хороши в длительных путешествиях, когда не знаешь заранее, в каком из видов рыбалки примешь участие. Еще одно применение этой сумочки, то есть не только лодка, да, вот я приехал куда-нибудь на кемпинг, у меня здесь все. Здесь море, и речка, и пруд, здесь все приманки, и все мои, значит, оснастки и монтажи. Я распаковываюсь, там что-то беру себе отдельно в сумку, в кладовую или куда-то, и дальше уже... Экстерьер мы уже бегло осмотрели, давайте же перейдем к полезному объему. Основной находится под жесткой крышкой, которая закрывается мощной молнией. Весь объем усилен изнутри ПВХ, материал стойкий к стиранию и не пропускает воду. Швы не проклеены и водонепроницаемой сумку считать нельзя, но дополнительная защита от дождя не помешает. Передний карман второй по объему, все стенки, которые граничат с внешним миром, также усилены ПВХ. Молния также с двумя бегунками, хоть и менее мощная, чем у основного отдела. Вверх расположился карман для мелочи. Снизу этого кармана находятся сетчатые вставки, то есть по сути этот карман проветриваемый. Сверху находятся два полукруглых кармана, размеры и форма предполагают их использование, вероятно, для переноски катушек, хотя назначение каждый для себя определяет сам. Последние два кармана, которые имеют объем, находятся по бокам, плюс с внешней стороны имеется сетчатый карман на застежке. Левый и правый боковые карманы не отличаются друг от друга, и в итоге по расчету у меня получилось примерно 50 литров полезного объема. Да, чуть не забыл, под крышкой основного отделения также имеются два кармана для мелочевки. Объема они не добавят, но распределить вещи помогут. И как вы уже поняли, сумку я имел возможность хорошенько протестировать. Конечно, я ее не рвал, не переезжал гусеницами, не испытывал на прочность, не топил и не заливал водой. Но, по крайней мере, я забивал ее до отказа, и килограмм 20 внутри точно было. Тем самым невольно я проверил ее на прочность. Эргономика этой сумки, конечно, отстает от эргономики рюкзака. Это сумка для переноса большого количества вещей на небольшие расстояния. И она очень удобна в использовании в лодке. И сейчас давайте поближе рассмотрим всю фурнитуру. Перво-наперво плечевая лямка и ее крепление. Карабин лямки металлический и без вертлюжка. Не знаю, хорошо это или плохо, мне неудобств не доставило. Карабин защелкивается на металлической петле, которая в свою очередь пришита нейлоновой лентой. Как вы можете видеть, пришита очень надежно. Сама лямка тоже из нейлона и достаточно широкая. Отдельно хочется сказать о плечевой накладке. Накладка со стороны плеча прошита резиновыми нитками. Вопрос соскальзывания лямки с плеча решен, а в остальном это обычная лямка с настраиваемой длиной. А этот элемент с первого взгляда ошибочно показался мне хлипким, но приглядевшись можно заметить хитрый шов. Мощная прострочка справляется с весом. И лямка для надежности прошита в нескольких местах. Сама ручка пластиковая, толстая, удобная. А чтобы ремень ручки не пережимался, используется такая вот хитрая конструкция. Внутренний стержень удерживает ремень в плоском состоянии. Дополнительные две боковые ручки помогут перенести перегруженную сумку вдвоем. Ручки резиновые, меньшего размера, как раз для половины веса. Дно сумки выполнено из стойкого к царапинам ПВХ. Так же, как и крышка, дно усилено. Внутри толстый жесткий кусок пластика. А для плоской ровной поверхности 5 жестких широких ножек. Вес сумки 2,4 килограмма.
вот и все, ребята, это был обзор рыболовной сумки S07 от российской компании Aquatic. Всем, кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет еще интересней. Всем пока!